Это диджей Виджиланд, и я смотрю игру вместе с вами под названием Expert на PlayStation 1. Надеюсь, ни одному мне будет интересно посмотреть, что это за игра. Может, кто-то и знает. Я вот нет. Ай, как громко. Надо убавить. Ай, нет бы на русском написали. Что это за игра? Все понятно, конечно. Там хоть пропускается, да? Чего они делают? Два солдата. Упражняются, что ли? Ага, выбор оружия, да? Давай как стоит, а то я сейчас в этом китайском запутаюсь нафиг. Ух ты. Это как Doom. Второй там. Ага. А звуки прикольные, приятные такие. Угу. Приятно послушать. Блин. О, я думал, он ожил, что ли. Блин, у меня так патроны. Кончится быстро. А что это я такой взял? Вау, звуки какие, мне нравятся. Блин, мне нравится такой звук. Какой-то. Ну чё, кто ещё полезет? У меня есть пистолет. Что это? Это колесо. Я думал, гранаты типа. Лежат. Вау, я взял УЗИшку, да? О, блин. А, вот на какие кнопки. Вот на какие кнопки, понятно. Так. Да блин, а, он не берет просто. Так, ну карта мне говорит. А не. Ни о чем. Что это? Вижу я тебя, вижу. Не прятайся. Не прячься. Базуку доставай. У него что-то жизнь полная. А, нет, они тратятся, но... Па-ва-ва-ва-ва, кто так... Кто? Кто? Кто по мне стреляет, я не пойму. Ты что ли? Ого, граната, блин. Не знаю я, кто там по мне стрелял. Ну а... Уже никто не стреляет. О, ребят, во сколько? А у меня есть граната, интересно? О, есть. Лови. Ну... Мужиком я тут буду махать дольга. Кто вот сзади... Кто вот сейчас стрелял? Откуда? Через стенку? Читера. Тебя сложно не заметить. Прям суперскрытность просто. О, блин. А я говорю, а я смотрю, у нас мужик-то крепкий. Чувак. В него столько стреляли, а он при полном хп. Ха. Чего-то прячется. Прячется он. Нам надо зачистить парковку, чтобы выехать на машину, да? Так, здесь мы не пройдем. Вдруг... С ножом на меня, а? Ну, блин. Нет! Сейчас зарежу, ну. Ай, его гранаты убили. Да, блин, речь, ну. Да нафиг.
Круто. Там можно и здесь выбирать оружие, можно и там выбирать оружие. Нам сюда? Да, нам сюда. Даже что-то прошли. Дата чек, дата сейф, next. Наверное, next. И конец игры. Не, next, наверное. Там говорят по телефону что-то. Хорошо, что вот так можно перематывать, а то бы сейчас эту всю японо-тягомотину бы смотрел бы долго. Но я понял, типа... А, тут дробовик есть, пистолет и какая-то труба и ножик, граната. А тут... Давай теперь вот так попробуем. Арма... Ну, влодинг, ну а, влодинг, ну, влодинг. Крутит его по-всякому. Лишь бы нам скучно не было. Уровень, stage 2. Мэм. Блин, это что за пистолет? Отстойный пистолет. Отстойный, я с ним погибну. Он медленнее намного. Но он бесшумный. А какой тут стелс, когда я, блин, подойду? Во-первых, я хожу как кобыла. У меня... Вау, что у меня есть? Надо было тот комплект брать, этот отстойный комплект. Да на! Я набор оружия отстойный взял. Ух, как он дышит страшно. Это звуки. Я сейчас возбужусь еще. Так. Убили. Вот черт, а? Убили. Это и все из-за того, что вот второй боекомплект, вот этот вот, это оказывается электрошокер, а я думал, это дробовик. И они оба и медленные, и сложно попасть. Лучше бы надо было первый брать. Но игрушка такая, ничего, походить можно, пострелять.